Ух ты. Видимо, далеко от своей копии не убежал. Сейчас ритуал бездны, приготовились. Красной воды никому не заходить, блин. Кроме нужных людей, назначенных. Все. Идите, пинайте мяч, да, вон, до ворот. С другой стороны как раз. Ой, сейчас будет больно. Я так понимаю, люди всегда должны двигать, выбегать наперед эти. Пиздец. Я понимаю, гол! Боша почти. Был, вы Боша повернули был туда. Водить в это время. То надо... Вы определитесь изначально, кто пинает первый и куда пинает. По часовой или против часовой? Блин, ты сейчас... Да здесь просто вот поставить три человека, простая геометрия. Простая геометрия, тогда почему он пролетел в противоположную сторону от человека, который должен был принимать второго? Потому что нужно договориться. А вы представляете, когда их 8 на поле? По-моему, не договоримся. Может, ты простая. Жень, а ты что переживаешь? Нет, я говорю, когда души, может быть, водить будем босса? А, отводить, да, вам босса? Понял. Ну, потому что мы ж в мели стоим и стоим. Да, я понял. Идем, выводи его, вот, видишь, души, отводим в другую часть его просто тогда. Надо, чтобы все вместе стали, чтобы души были в одном месте. Ну да, а ты в разных местах стоите. Ну, мы его видим по душам, ориентируемся. Я разве ударил зачем-то босса? Нет, я просто его выводил. Так может, я же сам выводил. Ну, в этот, забрали. Вот ты плохо можешь крикнуть? Становитесь. Не может, он мертв. А, кто не может? Ну пусть мертвый крикнет, что жалко что ли, господи. Все, отводим его от мяча в другую сторону. По тебе он шарахнул, нет? А, по мне. По тебе шарахнул. Да, ну ладно. Бухой. Один человек наперед идет. Ведите с противоположной стороны, там, где нету босса, да. Все, в другой, если уже пихнули в эту. Да, неважно, нормально. Все нормально, то главное наперед становитесь, чтобы это... Если будет... Не трогайте, он долетит, не трогайте. Вот он, тренер нашей команды. То ли потом дайте БР. А говорят, вот это не женского футбола нет. Мы просто когда пинали мяч в хайме, на нас так орали, я что забрал. Я аж подлетала. За место мяча, что ли? Ага. Как-то я ролик смотрел, там этот сравнение мужского и женского футбола. Там по кому-то попали, значит. Мужик, он лежит там, кувыркается, все. Женщина сплюнула, там такой харчок кровавый. У нее из носа течет, она дальше играет. Скорее всего, да. Даже. Я видел, там Роналду плакал, лежал. А как это? Водное поло, да? Или как там? Ну, если это в воде с мячом волейбольным, то да, это водное поло. Забирай. Да, там были, это самый жестокий вид спорта. Один там... не стали, ребят. Там никогда не показывают, что под водой творится. Водное поло очень жестокий вид спорта по отношению к лошадям. Лошадям? Это шутка. Под водой на лошадях, что ли, плавают? Да. Ну, а вы решили через рейд, да, помыть? Ладно. Отойдите в бок, чтобы мяч, по-моему, не попал. Смотрите сейчас. А он не попадет. Блять, а. Гол! Но я мастерку прожал, то что нормально. Я знал, что такая... Ты знаешь, там в чем прикол? Там она бафает. Он настакивает, да. Сейчас убьем. Ну убьет-то убьем, да, но мне что-то очень меня печалит, если честно. Давай вайпинься. Вот свежевание души, конечно, ну тут, в принципе, можно нормально бежать. Что-то боссы долго бьются.
Сейчас будет опять футбол, ребят, скоро. А пофигу, добьем его уже. Ну, я думаю, да. Только там тотемов надо понаставить. Встаньте, встаньте. Ни хрена, как обычно. Дети в круг. А осколки безумия, это что?